Донецкая Горловка приходит в себя после сильного обстрела со стороны украинских силовиков. Трое мирных граждан ранены, полсотни домов повреждены. Зафиксировано прямое попадание в школу. Один из районов обесточен. По словам жителей, такого не было с прошлой зимы. Как сообщили в Минобороны, провозглашенные ДНР снаряды были выпущены в ночное время, в том числе из крупнокалиберных установок. Люди прятались от мин в укрытиях. Где-то 5 минут длился весь этот обстрел. Ну, не знаю, сколько их тут легло, наверное, минимум штук 40, а то более, поболее будет. Просто очень кучно ложили. Вот здесь прилегло, где-то 7. Вот здесь, вот именно здесь. Два снаряда вот сюда попало, в дом им. Вот третий, вот там дом четвертый. Там еще где-то по снаряды. Информацию о случившемся власти Донецкой Народной Республики передали наблюдателям ОБСЕ.